витископ. Ну, что касается пояса WBO, раньше, да, как-то его там считали не самым престижным, потому что была тройка самых известных версий. Вот. Но со временем же версия WBO стала практически полноценной, и с ней считаются так же, как и с тремя остальными. Если было раньше три кита, то сейчас четыре кита профессионального бокса. И я не знаю, мне кажется, что если даже Вася будет долгое время владеть поясом WBO, это не значит, что как бы там кто-то более серьезный в его весе есть, кто владеет другим поясом. Последняя новость о том, что будет съезд, такой симпозиум глав организаций боксерских, где, в общем-то, и будет решаться судьба многих чемпионов. Потому что уже действительно зрители устали, болельщики многие путаются, да и я сам путаюсь в плане, какое количество чемпионов у нас. Есть просто чемпионы, есть суперчемпионы, есть временные чемпионы. Мало того, что 4 чемпиона может быть в одном весе, так их еще больше. Это, конечно, ситуация неправильная, поэтому сейчас вот уже пошли разговоры о том, что он должен быть такой линейный чемпион, общепризнанный в одном весе, вот, чтобы все-таки действительно не было такой неразберихи, когда куча чемпионов, непонятно, кто же сильнее. Витископ. Спортивное видео.